Итак, всем привет! Рассказываю про свой заказ 13-го каталога. Посмотрите, этот каталог для меня вообще невероятно интересный и отличный каталог просто для покупок. Начнем по порядку. Так, ну, интим-гель – это обязательная покупка в нашей семье, потому что у нас 4 девочки, мама, 2 дочки, я. То есть, это интимка у нас улетает, сами понимаете. И вот у нас вышла новинка интим-гель. Хочу его попробовать, вот такая большая туба, при том, что этот гель не только можно использовать как, ну, как гель по прямому назначению, но и для депиляции, то есть для бритья против врощенных волосков. Такая, написано, что текстура очень нежная, пенящая и скользящая для легкого бритья, поэтому очень хочу попробовать. Дальше поехали. Ну, зубные пасты по акции. Я всегда беру наши зубные пасты, потому что они мне очень нравятся, потому что отличный состав. И, ну и к тому же наши пасты делаются на заводах, на которых делается паста Сплат. То есть качество, естественно, по стандартам GMP. Вот еще один набор, это новинка этого каталога, серия Sense Co, которая впервые вышла в этом каталоге. В состав входит экстракт ириса и, ой, что-то там еще, сейчас скажу. И масло шалфея. Но я почему люблю вот эту серию Sense Co, потому что экстракт натурального, экстракты входят. И эфирные масла входят. То есть аромат потрясающий стоит. У лосьонов для тела такая легкая текстура и очень легко впитывается. Вообще прям моментально впитывается. Ну, мыло я просто люблю, потому что вкусно пахнет. И вы знаете, вот эти бутылочки очень красиво смотрятся вообще в ванной комнате. Для мужа новинку Glacier Air. Туалетная водичка в подарок, пришел дезодорант. Мы вообще любим всю эту серию. Давно уже пользуется муж у меня этой водичкой. Ну вот, хотим попробовать вот эту новинку, у которой водный аромат, еще не открывали. Будем пробовать, тестировать. Для себя заказала Eclat Amour. Мне вообще понравился этот аромат. Он достаточно летний. Хочется продлить вот это летнее настроение. Цветочный аромат, легкий. Очень мне понравился, поэтому я его взяла. Так, также вот эссенция, это обязательно. Я ее взяла с 50% скидкой, потому что я не представляю свой уход без эссенции. То есть, если у вас сухая кожа, эссенцию нужно добавлять, потому что в состав входит пребиотик. Это то, что помогает нашему микробиому сохранять и защищать нашу кожу. То есть вообще необходимое средство, которое я включаю в свой дополнительный уход. Так, вот эти средства мне, вот это пришло все в подарок мне. Ну, не в подарок, там 200 рублей комплект по какой-то акции, я даже уже не помню. Так, лайнер, подводку хочу протестировать. Не умею делать стрелочки, буду учиться. Наш визажист Алена Терещенко очень просто показала, как можно нашим лайнером сделать стрелочки. Дальше витамины для маленькой. Обязательно это омега-3 витамины у нас уже закончились. Так, спонжик у меня получился по распродаже. Вот еще губку взяла, еще не пробовала. Но дело в том, что я стараюсь с утра делать лимфодренажный массаж, поэтому вот хочу попробовать с этой губочкой. Вот в новой серии у нас тоже Botanicals вышла вот эта губка, хочу ее протестировать. Дальше, девочки, вот это вообще, конечно, вещь невероятная. Это силиконовая маска многоразового использования. Я сейчас ее открою, покажу. То есть, смотрите, ее можно использовать с увлажняющими масками, с питательными, чтобы усилить эффект. Смотрите, вот я считаю, что это просто необходимая вещь. Нанес масочку, чтобы такой парниковый эффект создался, то есть, чтобы маски у вас более эффективно работали. Одеваете силиконовую масочку, вот так за ушки она крепится. Я решила, что мне нужен этот
девайс, можно его так назвать или нет. Ну, то есть, вот такая вещь я заказала себе в этом каталоге, она идет, новинка. Так, много еще полезных штук в этом каталоге оказалось. Сейчас я достану. То есть, сейчас я достану. Смотрите, вот такой аппликатор для нанесения крема для глаз. Он у меня, я сейчас его помещу в холодильник с роликом. То есть для нанесения крема для глаз. Вот я считаю, что очень, что-то плохо видно его. Вот, да, очень интересный такой инструмент для нанесения крема. И еще один инструмент, который в этом каталоге вышел как новинка, то, что мне нужно было давно, это вот лопаточка для нанесения масок, потому что пальцами все-таки это неравномерно распределяется. Ее потом можно помыть и убрать до следующего раза. Вот теперь у меня есть многоразового использования. Так, дальше поехали. Вот эти маски мне, маски детокс, мне очень понравились, потому что у меня комбинированная кожа. А у кого жирная кожа, тоже рекомендую. То есть эта маска всего стоит в каталоге 79 рублей. При этом первый шаг разогревающий, прямо такое тепло по коже. Очень хорошо очищает, сужает поры, убирает воспаление все. И следующим шагом нанесение следующей масочки. То есть второго шага. И буквально все это вот за 15 минут вы можете сделать. Ну, в общем, я в восторге от этой маски была, когда она только появилась. И в этом каталоге она опять со скидкой, поэтому я ее взяла. Дальше поехали. Вот эти вещи я тоже очень люблю. Про этот расскажу отдельно. Это, девочки, сушка для лаков. Такие вещи... Вот просто необходимо, вот особенно те девочки, кто не пользуется услугами мастеров по маникюру, да, и красит дома ногти. Обычно это занимает очень много времени для того, чтобы высох лак. Когда вам нужно очень быстро, то есть в течение 10 минут наносите вот это покрытие, и лак моментально у вас высыхает. Ну, а вот эти базовые покрытия я тоже очень люблю, которые делают ваш лак глянцевым. Вот, собственно, вот, кстати, я лак нанесла буквально за 10 минут до того, как снимала это видео. Поэтому, ну вот, все мои покупки. По каждому отдельно я не буду делать обзор. Ну, если кому-то что-то интересное понравилось, пишите.